Всем большой привет! Меня зовут Наталья, если вы не знаете. И добро пожаловать на мой канал. Сегодня видео мы с вами едем на помойку. Мы сегодня на помойку едем с вами вместе. Да, это мое хобби, ездить на помойку по выходным, а вернее в Goodwill Bins. Это такое место, где огромные такие, скажем так, большие синие тазики, набитые всякой ерундой, набитые одеждой и мебелью, что там только нет, скажем так. На этой помойке, допустим, на прошлой неделе я нашла золоченную или золотую ручку Cartier, которую я выставила за $400, ах, заплатила за нее тысячу долларов, извиняюсь. Вот, находила я там много всего интересного. Если вам интересно такое видео, то продолжайте смотреть, и сейчас мы с вами идем туда и вместе будем смотреть, что там интересного. Надеюсь, что вам понравится. Поехали. Всем привет. Вот мы и приехали на свалку. Сейчас будем с вами искать клад. Made in England. Сейчас. Вот такая тарелочка. Они только открылись. Это все страшно. Вот здесь получается, вот эти вещи, всякие вот такие без обувь, сумки, какая-то вот барахло, а там очень много-много одежды. Что-то, честно, в одежде мне уже не интересно. Потому что вот здесь вот среди вот этих вещей можно найти очень много всего интересного. А здесь книжки с этой стороны есть. Здесь же обувь, здесь же ковры, здесь же чей-то нож лежит. Смотрите, какой башмачок. Я в перчатках. Без перчаток я сюда больше не хожу. Смотрите, Япония. Смотрите, какая японская тарелочка красивая. Не знаю, иногда хочется взять, но потом думаешь, у меня уже столько всего, мне просто реально некуда складывать. Взять, что ли, не знаю. Может, попробовать такую продать тарелочку? Ну что, по сути, я еще не пробовала продавать. Давайте возьмем, попробуем, пусть будет. Не знаю, сколько с меня возьмут ее за нее. Доллар, два. Давайте попробуем. Что у нас? Для туалета. Как раз то, что у меня сломалось 2 недели назад. Так. Вот эти лошади. У кого-то в видео я видела, что там какие-то лошади, что они, оказывается, ценные какие-то. Но это со сломанной ногой. Поэтому эту лошадь мы брать не будем. У нас мало таких бинов, которые со всякой ерундой. Похоже на доктор Мартинс, но это не доктор Мартинс. Здесь же у нас какие-то орехи непонятные. Ничего интересного. Но ничего интересного. В прошлый раз я нашла вот здесь вот. Вот именно вот здесь вот нашла вот эту золотую ручку Cartier. Так что нужно рыться и смотреть, может, что-то где-то и завалялось. Но, честно, я пока ничего не вижу. Смотрите, сумка какая-то. Что это за сумка у нас такая? Иногда в сумках можно находить деньги. Я уже находила много раз, поэтому всегда ройтесь. Компания Си, такой компании я не знаю. В прошлый раз я была здесь, и даже выбросили чей-то диплом из университета. Что тяжелые везде. Коста-Рика. Сувенир из Коста-Рики. Смотрите, какая кука такая. Еще такие маленькие. Ну что, ничего, вообще ничего нет. Ничего интересного. Есть какие-то башмачки ни о чем. Что, никто не пытался взломать вот этот? Как он открывается? Прикиньте, он закрыт, и он такой тяжелый. Хоть покупай его, в общем, и дома взламываем дома и открывать его. И там, наверное, золото, бриллианты. Ну что ж такое-то?
А может, он вообще ценный какой-то чемодан? Блин, а как взломать? Кто-то знает, как взломать чемоданы? Могу. Взять, рискнуть за $5. Ваши мотки какие-то. Смотри, какой от Зары башмачок. Здесь же конверс, но он один. Здесь я находила конверс, вот такие же, как новые, мужские. Очень быстро продала. Такие пакетики от Ипси, которые у меня дома везде валяются, так как я заказываю Ипси. Я сегодня здесь не одна, сегодня я здесь со знакомой. Она мама одного человека, который со мной работает. Мы уже не первый раз ездим вместе. И очень-очень мне тоже нравится, что у меня есть партнер по исканию клада. Прокладки, пожалуйста. В общем, ничего нет интересного. Сейчас вот эти бины с вещами, видите, их будет завозить и вывозить новые. Народу пока здесь немного. Потому что еще рано, и большинство в воскресенье к 12 подъезжают сюда. Так, смотрите, что это у нас здесь, какая-то футболка 2010 года. Это не винтаж, мы ее брать с вами не будем. Галстуки обязательно смотрите. Может быть, какая-то хорошая фирма попадется, как, например, мне на прошлой неделе попалась фирма Hermes, но она оказалась фейковая. Смотрите, какой пуховик такой хорошего качества, но грязный. В общем, здесь рыться нужно, потому что, кажется, ничего нет, но на самом деле можно найти очень много интересного. Вчера я нашла здесь одну фирму, новая вещь, которая такая, которую я нашла, стоит $170. А фирму я такую даже не знала. Узнала ее случайно, потому что мне показалось, что это хорошее качество. Как я вам уже говорила, что у меня, знаете, глаз, не знаю, видит какую-то фирму. То есть чувствуется сразу же качество, этикетка сразу же. И я сразу же посмотрела, порылась и поняла, что нужно брать. Вот эта фирма. Вибрам. Нет, это не та фирма. А здесь что у нас? Давайте еще одну Cartier, пожалуйста. Нет, здесь не Cartier. Здесь 18 карат голд, но ничего здесь, к сожалению, нету. Даймонды. Вот такой мод Мэйн. Мэйн Корея какая-то. Курточка. Еще одна, смотрите. Не знаю, кожаная, не кожаная. Здесь, кстати, когда бины вывозят, все сразу же туда бегут. Сейчас я попробую этого для вас заснять. И посмотрите, какой здесь творится просто реальный зоопарк. У нас здесь такие еще люди сюда приходят. Они приходят сюда каждый день. То есть здесь бинов на самом деле мало, народу много. Поэтому здесь... Вот такое творится, смотрите. Hello, Kitty. Закрытый, Микаса. Посмотрите, кассеты до сих пор продаются. Здесь что? Гвозди нам не нужны. Кому интересно, вот эта помойка, она находится в Fort Lauderdale. Называется Goodwill Bins. Это в Broward County. То есть здесь есть одна, еще есть другая. Другая, она находится час езды отсюда. А вот смотрите, как отлично рыться вот этой штукенцией. Что я делаю? Все себе складываю в сумку, а потом уже отхожу сбок, куда-нибудь в сторонку и начинаю смотреть. Делать свой какой-то ресерч, если мне это нужно или не нужно. Смотрите, сумка коуч, но мне кажется,
Нет, настоящий там номер, если она просто настолько старая. Там даже какие-то конфеты еще лежат. Вот на помойке, пожалуйста, сумка коучу возьмите. Видите, она вся. То есть не стоит того. Санта-Клаус. Так, а это что у нас за Санта-Клаус? 9West. 9West не так. Дешевая компания, можно даже не сливаться. Кошелечек. Он не кожаный. И он без фирмы. 1 часть меняют очень часто. А вот эти бины, где я сейчас роюсь, где как раз таки можно найти что-то хорошее. Эти бины, они меняют буквально вообще. Через 2 часа они будут менять. И все. Вилки, ложки. Что за ремонт? Ничего интересного. В общем, вот такая всякая барахло здесь. Вчера взяла игрушку этого Goofy Star Wars. Потому что у меня до этого было Микки Маус Star Wars, и я продала там за $15, что ли, его. Поэтому я взяла Goofy из той же самой серии попробовать. Что это такое? Шок тяжелый, там матрас надувной. Тут же и монитор, видите, и ракетка. Опять лошадь. Опять лошади. И еще прокладки. Напишите в комментариях, если вам нравится такого формата видео, где я вот прямо внутри роюсь, показываю, что и как. Смотрите, картинка красивая. Она похожа, что handmade. Из маленьких ракушек. Макияж для Хэллоуина. Тарелочка. Сейчас я здесь посмотрю и потом пойду в одежду. Может быть, там что-то интересное найду. Чайник. От Рождества кто-то избавился. Это что такое вообще? Мыло, что ли, получается? А вот написано же здесь. Вакс. Это вакс для свечек. Это вакс для свечек. Это не дешево, мне кажется. Но вакс для свечек мне не хочется отсюда тащить. Это слишком тяжелое. Хотя я думаю, что когда я раньше делала мыло, я, кстати, да, занималась раньше мылом, свечками. Это очень дорогое все это. Так, там вывозят новые бины с одеждой. Здесь игрушки какие-то. Что интересного. Это башмак. Ужас, ужас. Здесь книги. Книги здесь стоят 50 центов за одну. Но книги я тоже не продаю. Я книги для себя, возможно, возьму. Вот еще такая же картина, только большая уже. Кто-то очень постарался. Неплохо так выглядит. Ковер здесь же. Это что такое? Сейчас я хочу попытаться для вас заснять, как здесь люди будут нападать на бины. На одежду они еще не так нападают, а когда вот здесь что-то выставляют, здесь вот все конкретно. Вот там вдали, вы видите, уже стоят они. Сейчас будут свистеть, и они будут напрыгивать на эти бины. В общем, как дикие обезьяны, я это называю. Я не лезу туда, когда они все. Я подхожу туда уже после. Смотрите, это у нас тапочек от фирмы Lucky Brand, Blue Jeans America. Кстати, обувь тоже я продаю, но когда я нахожу маленького размера, я не беру, потому что
это либо не продастся, либо будет сидеть у вас очень много-много времени. И зачем что-то будет сидеть, что не будет продаваться. Это похоже на какие-то военные ботинки, что ли, раки. По одному только все. Новый, смотрите, совершенно новая обувь мужская. Только где второй башмак? И это тоже новое. Посмотрите. Хорошая мужская обувь. Но это может быть немножко использованная. Что было новое? Так, ладно, я пошла рыться в одежде. Попозже подключусь, если что-то интересного найду. Ну что, они увезли вот эти бины. Сейчас будут новые завозить. Сейчас будет здесь вообще просто драка. Потому что я вам сказала, что это не одежда, что там всякие разные вещи, которые можно найти. Что-то очень ценное. Вот здесь завозят новое. Это одежда. И после этого будут уже завозить туда. Ну, как я вам уже сказала, я туда не побегу. Я с дорожки вам быстренько сниму, чтобы посмотрели, что здесь творится, что за зоопарк реально. Меня выгнали, а сказали, что там стоять нельзя, оказывается. Сейчас завозят, завозят. Здесь все эти бины уже пустые. Я нашла кое-какие. Смотри, пинг, штаны пинг. Кто-то их выбросил. У меня такие штаны хорошо продаются. Сейчас посмотрим, чтобы не было никаких здесь дыр. Там одна бежит уже. Бежит, бежит, быстрее, быстрее. Что за размер? Размер лач, хороший размер. Я вам не рассказывала как-то один раз. Возьму эти штаны. В общем, как-то один раз я ищу, короче, в этом бине, и там лежала, представляете, мышеловка. Если бы я не увидела, у меня просто палец, наверное, туда мышеловку в эту попал, и все, хана. Вот все. Видите. Стою, снимаю на быстрое и вам рассказываю. Вот, все. Видите, напали все новые бины. Вынесли с одежды, они напали туда. Только что рассказывала, что как-то в одном из этих бинов я нашла мышеловку. И как хорошо, что я ее увидела, иначе бы я засунулась вот так вот. У меня попал туда просто палец. Поэтому нужно быть очень-очень внимательным. Все, там сейчас с одежды, и потом выносят уже те самые интересные бины. Сейчас я пойду в эту одежду, немножко как там попросторнее станет. Я не хочу вот так вот возле них бегать, там что-то рыться, понимаете. Нашла пару винтажных этих труселя можно найти. Можно и новые с этикетками. Вы видели, что я нахожу. Я вам покажу, что я сегодня нашла. Пару винтажных джинсовых рубашек от Disney нашла. Что еще там у меня такого интересного? Я уже, честно, не помню. Пакет вроде бы уже тяжеловатый. Но что там, я уже не помню. Кстати, находила вчера и в прошлый раз такие прикольные свитера. Кашемировые, настоящие. С этикеткой. И уже второй раз там маленькие такие дырочки, которые я не заметила. Это вообще просто жесть. Тут же можно, вот, пожалуйста, найти лифчики Victoria's Secret. Все, они завезли эти бины, там уже на них орут, уже будет сейчас драка. Видите, как все туда побежали? Сейчас будут нападать. Жесть, а я пошла в одежду, пока не оттуда свалили. Это новый завоз, здесь уже все расхватали. Здесь на выходных многие с детьми приходят сюда. Дети вот так ходят здесь, играются. Очень много хаитян здесь. Ну и мексиканцев, конечно же. А также по выходным здесь можно найти много просто вот таких, как я, которые на неделю работают, выходные, знаете. Приходят, что-то покупают. Такой миньон. Корзина такая. Ничего интересного сегодня здесь нету. Автобус, калькулятор. Они распадали все просто. Здесь какие-то формочки. Они все распадали, женщины.
Но я в прошлый раз, когда нашла вот это вот, то, что я нашла, это уже было после того, как они здесь порылись, так что, возможно, все. Пошла в сторонку, хочу немножко разобрать, посмотреть, что я здесь нашла. Я хожу с пакетом, потому что много я не набираю, если раньше набирала, то сейчас нет. Нашла вот эту собаку от Victoria's Secret Pink с ценником еще. $10 такая стоит. Не знаю, они до сих пор их делают, не делают, но возьмем. Дальше вот такой вот платочек, шелковый платочек, он сделан в Италии. Made in Italy. А нет, не шелк, полиэстер. Полиэстер нам не нужен, выложим. Дальше. Вот здесь вот этот чехол для iPad, он абсолютно новый. Я уже посмотрела, он стоит $35. Тарелку ту я еще не смотрела, сейчас будем смотреть, что и как. Вот штаны Victoria's Secret пинковые. Вот они две винтажные диснеевские рубашки. Disney Store, видите, эта этикетка тоже, по ней видно, что она винтажная. С Винни-Пухом здесь. Какой размер-то здесь нет? Small, но он не small совсем. И вторая рубашка такая же, тоже с Винни-Пухами. И тоже размер. Small. Они по цвету немножко отличаются. Дальше, что я нашла? До сих пор кашляю. Нашла вот такую вот маечку, я взяла попробовать. Это для беременных. Для беременных, я слышала, очень хорошо продается, потому что люди не хотят покупать, потому что беременный. Будешь 9 месяцев, потом ты это выбросишь. И вещи не дешевые. Поэтому я взяла, посмотрим, как пойдет. Дальше. Здесь у меня идет от Lucky Brand. Вот такая вот красивая футболка и рукава вот так отдельные. Что здесь еще у меня есть? Детская Zara. Такая кофточка. Zara у меня хорошо продается. Детская тоже возьмем. Детская тоже у меня хорошо продается. Дальше. Это у нас какое-то платье от Zara. Размера extra large. Нужно мне сейчас вывернуть, посмотреть. Что здесь еще интересного? Я уже не помню, что я нашла. Вот такую футболочку, она мне показалась такая интересная. Это все на продаже. Фирма Double Zero. Что здесь посмотрю, стоит ли ее брать вообще. Так, это что? Это я нашла винтажную ветровку Nike с огромной в Nike-овской знаком сзади. Она винтажная. Винтажный знак. Ее можно за хорошие деньги продать. А, это детская. Детский пиджачок. Дона Карен Нью-Йорк. Вместе с Зарой я хочу их выставить. А, ну и все, в принципе, все, что я сегодня нашла. Не густо, но все равно. Вот так вот. Напишите мне в комментариях, что вы думаете по поводу такого видео. Если вы хотите, чтобы... Я езжу сюда каждый выходный. Если вы хотите, чтобы я снимала такие видео вам каждую неделю, если вам интересно, то будем снимать. Всем привет, я уже дома, и сейчас я вам хочу показать, что я нашла на свалке сегодня и также и вчера. У меня есть несколько вещей, я буду одевать их каждую на вешалку, чтобы складывалось лучшее представление на эти вещи. В общем, со вчерашнего дня вот этот самый, который Гуфи, Гуфи Звездные войны. Я не думаю, что я его смогу задорого продать. Вот. Я думаю, ладно, мне вешалка не понравится. Вот этот обалденный кашемировый свитер. Он был абсолютно новый. Новая цена $99. Смотрите, он такой мягкий, такой приятный. И вчера я заметила, что здесь вот такие вот дыры. То есть, когда я смотрела, она вот так вот лежала, получается. Я не увидела этого. И так жалко, так жалко. Это такая приятная, просто нереальная приятная. Принесла собак сюда, потому что они там что-то бесились, лаяли. Ну, сейчас они здесь бесятся, но хоть не лают. Так, следующая вещь.
это уберем. В основном вещи не нашла ничего такого, как на прошлой неделе не повезло. Очередная кофточка от Victoria's Secret, вот такая вот оранжевая, с лого. Вот такая рубашка, фирма называется NUMP Make Entrance. Мне показалась она такая необычная. И когда я пришла домой и начала смотреть, это от фирмы Anthropologie, одна из фирм Anthropologie, поэтому она будет не дешевая. Она без пуговиц идет, без всего, просто видите, вот так вот под низ может быть какая-то майка одевается, и короткая она. Нашла вот такую Polo Ralph Lauren, Polo футболку. Обычно я их не покупаю, раньше покупала, но позже не покупаю, потому что я знаю, что они не продаются у меня лично. Но я решила взять вот эту, потому что она мне показалась очень необычной расцветкой. То ли колумбийский, то ли мексиканский флаг, не знаю, мне она показалась очень необычной, поэтому я ее только взяла. Дальше нашла несколько спортивных маек. Я их выставлю одной кучей большой. Вот такая Victoria's Secret. Какой размер у нас здесь? Размер medium. Они все размера medium, я так понимаю. Вот она такая белая. Следующая у нас идет вот такая вот найковская. Если они все одного размера, то они у меня будут выставляться вместе. Да, это тоже medium. Они все в хорошем состоянии. Они все такие прям как новые. А третья майка тоже размер medium. И тоже Victoria's Secret. Такая вот со звездочками. В общем, эти три майки я выставлю вместе. Я думаю, что долларов... О, нашла здесь небольшой косяк. Внутри какое-то розовое. Но внутри не видно. Думаю, долларов за 30 можно их продать. Нашла очередные шорты от Nike. Вот такая интересная расцветка. У меня вот такие уже есть. Не так. Это Nike Pro, а это Nike Fit. Dry Fit. Вот эти. Не так давно я тоже находила их. А вот такие похожие у меня были. Тоже защитные. Они мне очень быстро продались. Еще одна от Victoria's Secret. Она такая мягкая. Вы не представляете, такая вроде простая кофта-футболка от Пинка, вернее, Супер Софт. Спереди вот такой, видите, крестик, или как это называется? Она такая мягкая, такая классная просто. Размер тоже medium. И последняя вещь, которую я вчера нашла, это та самая кофта. Это не кофта, это, вернее, туника. Я вам уже рассказывала, что она стоит новая, такая $170. Так, что мы там знаем? Хватит! Хватит, Роза! Ну-ка, иди сюда! Вот как фирма называется. Называется, в общем, фирма Chloe Cassandro. Chloe Cassandro. И она такая прозрачная, без дырочек, без всего. Новая такая стоит 170. Я думаю, что я за... Могу попробовать за 50 ее продать. Посмотрим, получится или нет. Окей, это все, что я нашла вчера. И сейчас мы смотрим сегодняшнее более-менее. Вам разверну, хоть покажу, что это, что и как. Zara платье, которое я нашла. Начала ее рассматривать, там огромная дырка сбоку, я ее выбросила. Платок я тоже выбросила. Тарелку я тоже выбросила, потому что она была расколота. Нашла вот такую книгу, которая называется «Секрет». Я эту книгу читала, но она у меня была в электронной. В электронном виде. Сейчас я решила взять себе, увидела случайно, и решила ее себе взять. Она стоит 50 центов для меня. И если я вдруг захочу ее продать, то я могу ее легко продать как минимум за $10-15. Это очень хорошая книга. Я думаю, что многие эту книгу читали. И после нее реально какая-то мотивация появляется. Это для меня. Вот найковская курточка винтажная. Многие спрашивают, как ты понимаешь, что это винтаж? Что вообще такое винтаж? Окей, все, что было произведено в 90-х годах и назад, вы считаете, это считается винтажом. С 90-х и обратный отчет. А как я знаю, что это винтаж? Я знаю это, во-первых, это по этикетке. Такую этикетку Nike больше не производит. Дальше, раньше вещи производились
не в Чайне, вот здесь написано Хондурас. Если было еще United States, то было еще лучше United States, либо Хонг-Конг, это вообще винтаж считается. Вот она, винтажная этикетка. Вот здесь написано даже Billion Bay, New York, не просто Nike. И сзади вот такой вот огромный значок на всю спину. Любитель Nike, особенно винтажного, меня поймут и с удовольствием такую курточку купят. Я ее планирую выставить за $40. Хотя я посмотрю, может быть, вообще удивлюсь и потом посмотрю, там оказывается цена такая будет. Так, собаку я вам уже показывала, вот эту пинковскую. Эти рубашки, тоже они винтажные. Почему они винтажные? Потому что здесь также вот эта вот этикетка, она достаточно старая. Иногда здесь пишет год, но здесь я года не вижу. Моими винни-пухами. Одна такая и вторая более другого голубого цвета, такая более джинсовая, что ли. Еще раз покажу вам. Уже вроде показала. Такая же, но голубая. Вот с этими вышивками. Просто отлично. У меня на винни-пухах везет мне. Я продаю винни-пух. Дальше детская кофточка от Zara с такими цветочками. И я, она рядом валялась вот с такой вот кофточкой от Donna Karan New York. Возраст 5, и здесь размер 5, то есть они одного и того же размера. Я их положу вместе, и вот такая вот, две вместе за $15 можно легко будет продать. Эту вещь я вам уже показывала, это от фирмы Lucky Brand, вот такие открытые плечи и вот так сделаны рукава. Лето уже наступает, нужно готовиться, да? Штаны Pink, Victoria's Secret, вот такого ярко-голубого цвета. Внутри вот такая вот резинка, сбоку написано Pink. Такие вот штаны с начесом. А собака вам показала. Вот эта фирма, я тоже ее посмотрела, помните, я вам показала еще в магазине, называется Double Zero. Тоже не... Я думаю, что вот эту вот блузочку можно продать, ну, за 15, за $20. Такая она простенькая вроде и очень классная тоже время. Это для беременных, я уже вам сказала, что я хочу попробовать, потому что я слышала, видела где-то, что это хорошее, делает можно хорошие продажи. Фирма Motherhood, когда я была, помню, беременна, у меня была какая-то вещь, и эти магазины совсем не дешевые. Вот такое простое, легкое платьишко, здесь посередине резинка, то есть резинка здесь, живот здесь. Я все это посмотрю, за сколько можно продать, за сколько продают вообще его, за сколько выставить. И вот этот для iPad фирма iBlossom какой-то, iBlossom. Я загуглила, у них есть сайт, они продают кейсы для телефонов, кейсы для iPad. И вот здесь как раз таки находится абсолютно новый в упаковке кейс для iPad. Новый такой стоит $35, я уже все посмотрела. Вот он обычный такой пластиковый, видите, черный. Простой-простой, и сбоку написано название бренда. Хотя нет, не пластик, он кожаный. О май гад, он кожаный. Может быть, еще дороже будет. Отлично, отлично, просто так же он лежал. Никому не нужный. И я подобрала. Ну, вот и все. Вот такие вот у меня находки за последние 2 дня в магазине Goodwill. Надеюсь, что вам понравился наш поход. Жду ваши комментарии, что вы думаете по поводу таких видео, чтобы ходить вместе в магазин. Если да, то каждый раз, когда я буду ходить туда, это 2 раза в неделю, я буду записывать для вас видео. Все. Жду ваших комментариев. Пока-пока. И до следующей встречи. Не забывайте подписываться и ставить лайки. Все, пока теперь.